Доказательства это два, в какой-то мере переднапорно, там не надо особо писать форму, а надо будет немножко просто. Давайте сотрем доказательства. Я вот это выражение для дельты перепишу вот сюда в уголочку, чтобы было место. Дельта не равняется R. Тогда здесь будет у нас гораздо... То, что это ряд форе, тоже можно стереть, наверное. Ряд форей, четверти форей. То, что вот эта штука целая часть. Я думаю, что все знакомы с этим значением. Тоже можно стереть. Значит, что же еще можно куда-нибудь переместить? Я думаю, основную теорему, которой мы будем пользоваться, что m от x равняется сумма по n, происходящему с μ от x, равняется о маленькой от x, когда x стремится к бесконечности. Мы оставим здесь. А вот еще давайте сюда перепишем. Вот здесь, около нашей функции f, давайте напишем, что мы изучаем величину g от x, которая здесь g от x, которое есть количество r из f u таких, что 0 меньше r меньше равно x. Вот это мы изучаем. Это у нас теорема. И я думаю, что содержание правой части доски можно сделать. К сожалению, я не обладаю этим свойством Александра Яковлевича Кинчика. Первый раз писал на доске в нужном месте все, что это нужно, и мне приходится время времени переписывать. Сейчас мы доказываем. Ой, лемму времени я стер. Давайте, раз уж принял повторять, значит, лемму